Братишки, а прежде чем посмотрите новый выпуск, хочу вам посоветовать сериал «Синий сундук», где я сыграл главную роль. Этот сериал про лето, про кайфы, про деревню, про рыбалочку. Все, как мы с вами любим. Я сыграл там главную роль, а это значит, вам он обязательно понравится. Есть ссылка в описании на премьер. Заходите, подписочка первых 30 дней бесплатная. Поэтому смотрим. Всем привет! Это новый выпуск про сундука, и мы пришли к нему на дачу. Что-то у него там уже происходит, пойдем смотреть. Сундук! Вот так вот ее, вот так! Сундук! Чё? Чё ты пришел? Чё пришел, блядь? Сундук, у тебя что тут такое? Да прикинь, короче! Гречку в кастрюле оставил, да, на 2 часа. Засохла, вон. Хрен чем ототрешь. Болгаркой не берет, прикинь, блядь. Болгаркой не берет. 6 дисков нахуй сточил. Ей хоть бы чё, а? Так же можно сказать, ей хоть бы хуй. Над матом вся угораю, блядь. Чё-нибудь пиздану и угораю. Ты чё пришел? Короче, сундук, я себе купил новый телефон и свой старый хочу тебе подарить. Старый? Ну. Вот этот старый? Да. Ты посмотри, какой у меня новый! Смотри, какой новый! Ха-ха-ха! Видал? Вот этот телефон, я понимаю. А твой вот этот вафлерский, мне не нужен чехол какой-то. Сундук, вообще-то в этом телефоне есть все. Ну, что там есть, а? Он вот так вот может, твой телефон, вот так вот может. Вот, смотри. Опа! Пиво открыть может, а? Не может! А фонарик здесь знаешь какой? Какой? Ты сейчас знаешь, какой здесь фонарик? Ну, какой? Сейчас включим, узнаешь. Здесь он не сразу включается. Вон, смотри. Видал сейчас? И чё, прям подожжётся, думаешь? Ну, вон, смотри. Блин, а! Фу! А, конечно, вообще мощный, мощный фонарь, понятно? Сундук, ну я тебе скажу, что в этом телефоне камера офигенная. Вот ты на чё фотографируешься? На паспорт. На паспорт! Я всё 2 раза фотографировался. На паспорт, блядь, и на паспорт, понимаешь? А? Это вообще четкий телефон, супер просто. Я его в 2008 году последний раз зарядил. Вон, смотри. Чуть меньше половины зарядка, понимаешь? Я еще его Зинка так называет телефон. Почему Зинк? Ну, потому что в любом месте 4 палки ловит. А вот он, ебать! Сундук, я бензин спиздил. Давай бензопилу заправим и кастрюлю очистим. Это что такое, Андрюх? Да что, я канистр забыл, а вот что первый под рукой попалось, я с 11 класса пачку ношу с собой. А третий где? Третий проебал, но в слове «проебал» нет никакого сексуального подтекста. Блядь, заебешь, Андрей. Что только не придумаешь. Ладно, иди в доме бензопила, там заправь, найдешь, да? Москвич, знаю, как кастрюлю очистить, знаю. Как? О, смотри, короче, берем. Ну? Сюда, фейри, да, или вот этот как хуйня, вот этот очиститель ебучий. Так. Так, это даже неправильно будет. Вот так вот лучше, вот так. Надо много. Во, видишь, мне там кажется, перебор. И вот этих штук, штук туда, вот. Вот, они же хорошо вот это очищают, да? Да. И самый главный ингредиент, это знаешь что? Что? Вот это вот петарда. Сейчас мы ее вот сюда вот ставим, спокойно по центру, да? Так. Все, и поджигаем. Видал у меня какие спички, нахуй? Да спички зажигал. Так, крышка где? Крышка где? Все, сейчас, смотри. Ё-моё, бежим! Ты дурак, бежим, москвич! Ты дурак, бежим! Ё-моё! Ех ты! Ты чё? Охренеть! Не почистилось! Хоть бы хуй! Эй, ты посмотри! Просто хоть бы хуй вообще этой гречки! Я не могу, какая она мощная! Здорово, Сундуков! Сейчас, подожди. Ебан, блядь! Здорово, начальник! Чё это за порнуха была, что аж 2 руки сразу сломал? Какая порнуха? Что ты делаешь? Что ты несешь-то опять? Мельница, блядь! Что ты несешь опять, а? Мельница! Я вообще-то ГТО сдавал, блин, меня заставили отжиматься, и под своим весом вот 2 руки сломал. Кто тебя заставил? Ну вот кто додумался, а? Это что, Белазу 2 руки приделать, одно и то же же, как так можно было? Закрой, вертолет, смотри! Это что у тебя в кастрюле, гречка? Ну была там гречка, да? Сейчас попробую. Нормальная.
Ебать! Просто чисто, ты посмотри, а! Просто мы чё так не пробовали гречку отлепить не могли? Все, чистота, вот начальник мочит, ты представляешь, а? Гречка, гречка любимая моя. Конечно. Это, дай рюмочку гречку запить. Давай, 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 вот тебе. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Подай в руку. Смотри, давай, 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 давай. Ага. Сейчас. Давай еще. Опа, может еще налить? Давай еще. Давай. Мало, мало. Все. Побольше давай. Надо. Давай. Размах. Вот он, фуражку дай. Нормально, может, нормально. Может, бутылку сразу дай? Давай, еще чуть-чуть. Давай, да на, вот так вот сразу, на. Во, попал. Попал, есть. Попал, на. Нормально. Занюхай, занюхай. Да, блядь. Нормально. Ой, бодрит как. Надену вам, даже. Ты что, пришел, начальник, скажи мне. Короче, ситуация сейчас патовая. У нас около отдела УАЗик же стоит, вот, и рядом с ним бензобак, в общем, у него открыт, рядом с ним валяются эти открытые презервативы, фантики от них. Я вот что думаю, либо кто-то мой УАЗик трахнул, либо кто-то слил бензин. Ну я про бензин сразу версию отсел, это прям дураком надо быть, прям каким-то конченым, чтобы так сделать. Да, в презерватив слить бензин. Зачем, ничего мы не видим. Вот сундук, я что-то бензопилу не нашел. Ах ты! Блять, Андрей, ну ты такой скотин. Кретин, а? Скотин, какой кретин ты, Андрей, а? Да ты все, кри, просто! Все, сейчас уедет у меня все на 15 суток, иди, то быстро сейчас будет тебе это писать. Заявление, на, открывай свою, мою папку, открывай давай, открывай. Сейчас будет писать чисто сердечное признание. Хоть-то им ты, ну ты дурак, что ли, вообще, а? Ты урод, блядь. Давай, открывай, берите. Давай. Записывайте, давайте. Давай. С моих слов. Записываешь? На. Быстрее давай. Давай. Пиши. Давай. Давай. Я Денис Сундуков. Я. Я Денис Сундуков. Угу. Давай. Сегодня слил с УАЗика начальника. Че ты рисуешь там, а? Ну че ты рисуешь? Че, вот? Че это? Да это у тебя такая есть под животом, не видно просто. Ты дурак, что ли, вообще? Че ты? Ты написал? Да. Давай, читай. Я Денис Сундуков. Ты что, конченый вообще, что ли? Блядь, меня зачем-то записал? Так, все, так не пойдет. Давай, москвич, доставай телефон мне. Доставай, доставай. Эту фуражку поправь мне. Давай, сейчас на видео будем через сердечную записывать. Давай, снимай меня, снимай все, меня. Значит, сегодня около нашего отдела произошло преступление, где Денис Сундуков слил весь бензин, вот эти презервативы. В общем, сейчас будет чисто сердечно. Давай, Сундуков, говори. Ну да. Я Денис Сундуков видел, как возле УАЗика был открыт бак там, вот валялись презервативы, и лично видел, как начальник трахнул свой УАЗик. Иди сюда, все. Чё ты? Да я начал. Давай, дай сюда телефон. Иди, давай. Все, в рабочий чат тебя отправляю. Давай, в рабочий чат отправляю. Дай, все, отставай. Ну-ка, аккуратненько, телефон. Сорви его! Братан! Это улики! Это улики! Хуй тебе! Братва, погодите, не вырубайте видео! Хочу вам сразу посоветовать подписаться на мой телеграм-канал, потому что там кружочки классные. Короче, там общаюсь с подписчиками напрямую, поэтому переходите, и там меня можете застать. Вот. Также этому видео ставьте палец вверх, ставьте колокольчики, вот эти комментарии, все это делать, потому что для нас это очень важно. Нам приятно, когда вы даете нам ответную реакцию, ведь мы стараемся. Еще не забывайте про сериал «Тяни сундук», да? Конечно, не забывайте. Залетайте на платформу «Премьер», смотрите самый крутой сериал этого лета. Там сундук главной роли. Да, и москвич там есть. Да, кстати, кто найдет, будьте красавчиком, молодцы. Ссылка Но в описании. Надо внимательно смотреть каждую серию, ребят. Да, есть ссылочки, братва. Переходите по ссылке для удобства. И тем более первых 30 дней подписка бесплатная. Поэтому можете так посмотреть, а там уже дело ваше, что делать. Все, расходимся.